В эти выходные можно отправиться в театр. В большой, на большом экране. В фантастике вновь проект фичи HD. 14 марта в 3 часа балет «Ромео и Джульетта». Главная и единственная хоккейная вечеринка Нижнего Новгорода. Второй год подряд тысячи хоккеистов и любителей хоккея соберутся в самом большом клубе города, чтобы подвести итоги сезона перед плей-офф, встретиться в неформальной обстановке в Мило концерт-холл. Одна из наиболее интересных премьер в кино, как ни странно, отечественного производства, фильм Валерии Гай-Германики «Дай, да» собрал блестящую критику. Съемки были завершены, правда, еще в 2012-м, но затем последовала сложнейшая работа по переозвучке, чтобы фильм вышел на экраны без мата. Посмотрим в эти выходные. Тебя родители родили же, жизнь дали тебе, ну так родись уже, чего ты сидишь? А я мертвая. Саня! Начало нет или нет конца, и снова с чистого листа раскрасим жизнь во все цвета. А суть-то, собственно, и в этом, чтобы людей крыша.